Так, приступаем к обзору двигателя для Porsche Panamera. Обзор комплектности двигателя. Выхлопные окна все сухие, турбины на двигателе отсутствуют. Сейчас сливается масло. Покажем состояние масляного фильтра. Состояние под заливной горловиной даже желтого шлама не видно. Также будет эндоскопия цилиндров, но это будет чуть-чуть позже. Сейчас дождемся того, чтобы масло слилось. Сейчас достанем фильтр. Нет, фильтр абсолютно все в нем чистенько. Никаких следов стружки в нем нету. Все тот же двигатель на Porsche Panamera. Извлекли свечи зажигания. Вот состояние свечей. Все выглядит как новое. Далее будем смотреть 8 цилиндров.